кажется, уже все разгадано. О тайнах природы, земных недр и космоса мы знаем многое. Но удивительное может оказаться совсем рядом. Павел Измалков из Чебоксар обнаружил в себе на первый взгляд странные способности. Накапливать и передавать энергию. Его первые эксперименты проходили с участием Лучана, собаки породы Эрдель-Терьер. Но в отличие от других собак, у меня на самом деле нет бороды. Я боялся сразу перекидывать свои эксперименты на людей. Поэтому какие-то определенные те приемы, сложные приемы, я испытывал на своей собаке. Ну, часто я об этом не жалел, потому что были побочные явления именно на ней. Допустим, у нее стала исчезать борода. Потом ее слабило очень часто после моих экспериментов. Сейчас она уже, если под одной, раньше вот можно было поднести к ее голове руку, она относилась к этому нормально, но сейчас, если поднесешь к ее голове руку, она будет психовать, что угодно делать, но будет пытаться уйти именно из-под руки, потому что это ей сейчас не нравится. Может быть, это всего лишь реакция на бессилие традиционной медицины и фармакологическую перенасыщенность. Мы с охотой верим предсказаниям ясновидцев, ждем чуда от экстрасенсов. Может быть. Но у Павла Измалкова уже немало пациентов, у которых после сеансов исчезли серьезные недуги. От этого тоже не отмахнешься. Наличие у подростка способности передавать энергетическую информацию подтверждено в Московском центре народной медицины. Несколько раз в неделю Павел встречается со своими пациентами в клубе «Лотос». Итак, я приступаю к нашему сеансу. Желаю самого наилучшего здоровья, самого крепкого. Думаю, что по окончании этого сеанса все будут здоровыми. И опять-таки является основная установка на центральную нервную систему. Наш сеанс оздоровительный. Я начинаю. Не стесняйте себя в движениях. Кто захочет вращать головой, вращайте. У кого будут какие-то другие движения, непроизвольно от его желания, пускай они выполняются. В общем-то, о Павлике Измалкове я узнала из газеты тоже советская, еще ваша. И учитывая ряд моих заболеваний после резекции печени, я решила попробовать, как же повлияет на меня вот это, все его сеансы. Но, откровенно говоря, я пришла и не верила в то, что могут быть какие-то исцеления. Но буквально после первого сеанса я почувствовала такой огромный прилив энергии, что мне как будто ко мне вернулась снова молодость. Второй, третий сеанс оказали удручающее впечатление. Я почувствовала себя снова плохо. Я продолжала ходить и думаю, что, может быть, до конца мне нужно прослушать все его сеансы. После окончания 8 сеансов, вы знаете, я почувствовала такой прилив энергии. Я очень хорошо себя чувствовала. У меня, если я сидела раньше на большой диете, то я себе позволила буквально все в отношении пищи. У меня появилась какая-то такая доброжелательность, во-первых, очень хороший настрой. Мне кажется, что у меня со мной что-то произошло невероятное, ко мне вернулась старая молодость. В больницу укол делали, заглох мальчишка. А после сеансов как он? Он сейчас бабушка, говорит мне, мама, говорит папа. Слушай-ка, ты слышишь сейчас? Правда? Да. Справедливости ради, надо отметить, что молодому экстрасенсу не всегда сопутствует удача. По мнению Павла, около 20% людей не реагируют на его воздействие биоэнергией.
Почему так происходит? Многое Павлу пока не ясно. Надо завершить учебу в школе, а потом Павел мечтает получить медицинское образование. Ну, с чего начнем? Началось у нас с того, что у нас работает один человек на работе, Петр Кендяков, как его напарник. Ну, как-то пригласил его посмотреть мою жену, которая болела сердце. Он пришел, начал делать это сеансы, потом начал говорить, как это биополе работает. У меня Павел заявляет, я, говорит, его вижу, это биополе. Вот как, говорит, видишь, удивился? Вот так вот вижу. Показал направление, которым это биополе сейчас движется, свет биополя писал. Это что это такое? Да. Вот это, говорит, у меня, говорит, сможешь взять мое поле, забрать? Он спросил, как это делается. Ну, он объяснил ему, как это поле берется. Это я взял поле. У него, значит, онемела правая сторона. Когда выступал Чумак, это была сенсация. Выступал Кашпировский, тоже сенсация. Они в госнапрост не могли поверить, что в их семье родился я, ну, с такими же способностями. Ну, сам лично поверил я после того, как это одна из моих знакомых привела сына. В общем, у меня пропал сигнал с мозга, прошел, перестал проходить на расслабление мышц спины сигнал. Его, в общем, за эти 4 года скрутило полностью. Я Павлю куда-то сказал, ну, сумеешь взять его, я тебе поверю. Мистика какая-то, может сказать скептик. А что думает о подобных явлениях экстрасенс международной категории, психотерапевт Петр Измайлов? Каждый человек обладает экстрасенсорными способностями, потому что каждый живой объект состоит из полевой структуры. Это как бы тонкое тело, которое не имеет преграды, распространяется на значительное расстояние и белково-нуклеиновая или физическая оболочка. Вокруг любого живого объекта и неживого существует вот это поле, энергия. И в принципе вся энергия о всех объектах, находящихся на Земле и также в космосе, она умещается в очень маленьком пространстве, скажем, вот в виде кулака. То есть и поэтому экстрасенс, человек, обладающий особым таким восприятием, он может извлечь любую информацию, стоит ему только настроиться. Но он себя может закодировать так, что он извлекает эту информацию и получает ее в готовом виде, скажем, в виде ощущений, в виде каких-то образов или в виде текста, скажем, на определенном фоне, буквами отпечатано, все это он зрительно может видеть, вот, или в виде голосов. Мы сейчас находимся на природе, в лесу. Как ты набираешь энергию? Ну, даже в данное время я стою уже, беру энергию только не из людей, а из того же снега. Из той земли, из той же деревьев, из того же космоса. Я уже, когда выхожу на природу, я отключаюсь от всего, от людей. То есть от воздействия на людей я уже набираю энергию. Когда я перестаю набирать энергию, даже тот человек, который стоит со мной рядом, на него это влияет благотворно. Как она ходила, прям страшно смотреть. Был с палочкой, ходила. Очень вот так ноги передвигала, тяжело. Положили ее в больницу, лечили долго. Вышла из больницы, еще коленка опухла, и там продолжала болеть. В общем, таким образом 2 раза ее лечили. Она приехала сюда, ее направили в республиканскую. Здесь лечили. В общем, короче говоря, чуть вроде бы лучше стал, уехал в Уфу, там снова такая же история. 2 раза лежала там в этих больницах, лечилась, и лазером ее лечили. И, в общем, приехала в мае домой без всякой надежды. Вот мы вместе с ней ходили, и с 2-го сеанса ей стало лучше. Я вам говорю, она в театр запросилась после 2-го сеанса. Я уже поняла, спрашивать не спрашиваю, но поняла, что ей уже лучше. Она говорит, что день рождения был 10 октября. Я цыганочку исполнила с выходом. Цыганочку с выходом? Вот так вот. Экстрасенс может воздействовать на других людей за счет чего? За счет того, что он вводит их в состояние транса и нагнетает как бы психоэнергетику.
Вот если человеку не хватает своей энергии, то экстрасенс ему помогает, выравнивает энергетический фон. А еще лучше, если экстрасенс применяет и психотерапию. Тогда воздействие будет очень сильным, и можно будет лечить практически любое заболевание. Во-первых, я вхожу в очень глубокий транс. Что я ощущаю? Сознание ясное, но у меня сначала тяжелеют руки, ноги, а потом как бы я совершенно не чувствую своего тела. И после того, как, значит, кончается сеанс, я сама самостоятельно выйти из этого состояния не могу. Сеанса был у нас один товарищ, даже, кстати, звание полковник. Он относился к вопросу с сеансом Павлика очень скептически и решил ради хохма принести свои электронные часы гонконговские, которые не ходили 2 года. После сеанса он встает и всем хором, ну, громогласно заявляет: «Товарищи, у меня часы ходят, которые 2 года не ходили». Некоторые говорят, что молодец, держись так, держать. Некоторые говорят, что относятся к этому скептически. Но я считаю, что у каждого человека должно быть свое мнение. И каждый человек имеет право его иметь, потому что не может быть такого, чтобы мы об одном деле все думали одинаково. Допустим, так, даже вот это, об этом примере. Даже кто-то любит березу, кто-то ее не любит. У каждого свое мнение. Как ты себе представляешь в дальнейшем жизнь вообще? Ну, моя большая мечта — открыть центр, оздоровительный центр. Ну, об этом, конечно, скажет лучше наш администратор группы «Лотос» Николай Николаевич, я так думаю. Ну, мы сейчас, собственно, готовы уже открыть центр. У нас есть специалисты, которые могли бы сегодня же приступить к работе, но у нас нет здания. Если мы находимся сейчас при Доме культуры МВД, то мы ограничены в своих действиях. Это, во-первых, помещение. Мы не можем конкретно взять несколько помещений для того, чтобы организовать, допустим, комнату массажа или комнату иглотерапии, или зубной кабинет. Для этого нам нужно отдельное свое помещение, отдельное свое здание. А что будет представлять работа центра? Работа центра будет представлять из себя, значит, лечение людей полностью, под медицинским наблюдением. Мы хотим приглашать к себе больших, ну, видных наших специалистов, которые будут в разных областях медицины. Thank you.
Многие тайны природы нами разгаданы. Но вот взору открывается еще один неизведанный океан. Глубокая и загадочная человеческая психика. Thank you.